Пензенский театр юного зрителя открыл новогоднюю кампанию 2023-2024. Она продлится до 8 января, и все эти дни в стенах капитально отремонтированного учреждения культуры будет звучать детский смех и сверкать улыбки. Артисты постарались, приготовили творческие сюрпризы. Новогоднее представление у елки, которое называется «Здравствуй, год дракона», и спектакль на сцене, который называется «Айболит». Замечательная, веселая история. По давно сложившейся традиции, первый спектакль праздничного новогоднего марафона всегда благотворительный. В этот день одним из главных помощников Деда Мороза выступает депутат Пензенской городской думы по 14-му избирательному округу Николай Кузяков. Данную акцию мы проводим ежегодно. В этом году мы поздравим больше 200 детей нашего округа. Это дети из многодетных семей, дети участников специальной военной операции, и также дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И отдельно хотелось бы поблагодарить управление культуры и руководство театра юного зрителя за спектакль, который они подготовили для наших детей. Ну а после того, как юные зрители посмотрели увлекательную историю про доброго доктора, к которому приходили лечиться и корова, и волчица, а также бесконечное количество африканских животных, детвора отправилась вместе с родителями в фойе, где каждому вручили новогодние презенты. Детям все понравилось, поиграли, порадовались, все замечательно. И подарок получили. Спасибо большое.